Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня мы хотим вам показать мастер-класс на тренажерах. Всего хорошего! Смотрите! Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами экскурсия. Вот я вам расскажу, зачем каждый тренажер и что он качает. Вот этот тренажер у нас качает бицепс, вот эту мышцу. А этот тренажер у нас качает вот это вот бедро, я так поняла, эту мышцу. И вот это чуть-чуть работает. Понятно, что это кардиотренажер. Это тренажер для ног, для сердца. Улучшает кровообращение. Это у нас тренажер для плечевой. Вот плечевой, плечевые мышцы, все, которые у нас находятся вот здесь. Вот такой тоже силовой тренажер. Он тоже для бицепса. Этот у нас тренажер больше работает на растяжку. Он тоже как кардиотренажер, но скорее, но больше всего на растяжку работает. А так у нас был мастер. Здесь тренажер это для ног, для нижнего, вот, для вот этого, в основном для стопы, потому что здесь здесь вы работаете стопой, а можно просто стопа работает. Просто стопа. Прекрасный тренажер. О, замечательно. Как раз для нас, для женщин, легенький, хороший. А у меня не получается. Тут же надо держаться. Это тренажер для вестибулярного аппарата. Очень хорошо. В одну сторону, как в детстве, покрутиться, и в другую. Ух, класс. Как на каруселях. Как в детстве на каруселях. Мы будем сюда приходить почаще. Да, Анжела? Да. Будем стараться. Вот. И показываю тренажер. Всем понятно, да? Здесь мы просто качаем пресс. Качаем пресс. И вместе с теми растягиваем позвонок. Вот чем мне нравится, когда я ложусь. Ножками, покажи, зацепилась, да? И я лежу под уклоном. И вот позвоночек мой тянется сюда. Я даже могу, вот покажи мои руки. Я даже могу вот потянуть себя. Ноги, руки тянут и растягивает позвонок.